Magnificent ruler, the best.
стенке рудер дерепе гейшой танцем бидерша. Штир мат не стенке вал дерепе.
автоматия на убийси. Я механик, магиса, автоматия на она так. Каждый из нас, можно сказать, скрипач на крыше. Все мы стараемся пропеть простую чистую мелодию, не свернуть при этом шею. Совсем непростое дело. Скажем, будь я Ротшильд, я би-ди-би-ди-би-ди-би-ди-би-ди-би-ди-би-дам. Я бы делал все, что захочу, что сейчас не по плечу. Эх, и уж тут, конечно, я би-ди-би-ди-би-ди-би-ди-би-ди-би-ди-би-дам. Гордая заморская родня с радостью признала бы меня. Я бы дом себе построил рядом с синагогой, чтобы недалеко ходить. И этим домом смог бы многих удивить. Велопад одна из лестниц спальни, другая лишь из подвала на чердак. А третья шла бы в небо просто так. А во дворе гуляли птицы все те,
которых можно людям есть. Да столько, что их за день не перечесть. Их громкий гвалт, га-га-га, кря-кря-кря, кукарику, для всех был бы очень верный знак, что здесь живет уж точно не бедняк. И все мужи общины по любой идут причине, как шли люди к Соловову за советом и законом. Помоги, Ребетевье, как тут быть, мудрый Тевье? То есть мудрый Ребетевье — это я. Ай-я-да-ти-да-да, яри-та-да, яри-та-да, да-й. Неважно, был ли я умен или ляпнул что-то сгоряча, все внимают слову Богачу. В общем, будь я Ротшильд, я беди-беди-беди-беди-беди-беди-беда. Я бы сладко время проводил, не щадя последних сил. Эх, я же просто Тевье, я же ди-беди-беди-беди-беди-беди-беда. Чтобы я богатым был. Давайте же все веселиться без чинов! Chabiyarit lala bikaret, kendo biraret, mire bakhichle shogdomot. Shogdomot. Bara biranit gul mitikanet, dune bedune, dasti bidasti shogdomot. Shogdomot. Chiga shangi, muy buktash, chibalandi tozi arus. Chiga shangi, shuku shange, hamirangi mititabus. Khod bikale shogdomot. Ruja bodash, candy nodash, sini bodash, Mari Maria. Hame dore aini shamduni parli heyvuni giri giri ya. Huncham yari chadan, lala bikare kadan. Damat kujaye dastash kinaye, ejdat kudaye dil miware. Rukas dil gunu lokas kalikon, kodde kole shok domot. Ya bizani tu shadi konet, miya bedomodi konet. Ya bizani tu shadi konet. Я
Я вас приветствую, коллега, что опустили нос. Держу я нос всегда по ветру, а вас откуда черт принес? Пора привыкнуть, что я рядом и слышу все вокруг. Так значит, побери вас, дьявол, слыхали этих двух? Сомнений нет, она принцесса, а этот тип каков? И соблюдая наши интересы, я съесть его готов. С его бы тенью подружиться, она поможет нам. Она вовеки не простит, что за ним бежала по пятам. Всегда у ног его стелилась, и вот теперь реванш. Она его, уверен, выдаст, он скоро будет наш. Сомнений нет, она принцесса, а этот тип каков? И соблюдая наши интересы, если я съесть его готов. Thank you.
Оно было понятно для большинства жителей. На следующий день ему предложили пойти на работу в милицию. Даром, что ранит плечо. Ну, немного же. Ноги были здоровые. А в милиции главное что? Ноги. Ноги! Что значит немного сумасшедший? У него семью немцы убили. Прямо у него на глазах. Вот он и того. Съехал с катушек. Я же, что мне начать, куда какой-нибудь быть захочет. Анархию развели. Все советские люди, согласно распоряжению правительства, должны иметь банный день в воскресенье. И точка! С другой стороны, государство требует порядка. Бог повыше всяких генералов, а кто такой он, Левалис? Дело в том, что я остался совсем один в своей Сибириновке. Письмо твое там получили. Стоял посреди стола и был разрезан на четыре равные части. Рахели, сыновья моему, конечно. Славный мир.